Я это хочу сказать вот в вашем присутствии, в этот торжественный момент, и пожелать вам при принятии очередных решений, я не сомневаюсь, что они будут правильными, объективными, как всегда аргументированными, именно в точку, и они потребуют определенного мужества вашего, что вам не занимать. Это проявляло всю вашу жизнь буквально. Я хочу, чтобы как можно дольше вы продолжали служить на этом посту, не только как гарант Конституции, но как гарант нашей безопасности. Будьте здоровы!